Приветствуем вас на канале «Жизнь рядом». Если вам понравится эта история, не забудьте поделиться ею и нажать лайк, это нам очень поможет. Житель Лос-Анджелеса, США, проходя мимо здания, услышал чей-то жалобный писк. Подойдя поближе, он разглядел крохотного котенка, застрявшего между двумя стенами. Беспомощный малыш плакал и изо всех сил звал на помощь. Мужчина не растерялся и бросился спасать кроху. Он достал котенка и отвез в местный центр спасения Alley Cat Rescue. Сотрудники определили, что это оказалась девочка, и дали малышке кличку Бинки. У крохи обнаружилась серьезная инфекция правого глаза. Ветеринары выписали ей глазные капли, антибиотики и отправили на передержку. В теплом доме на передержке Бинки начала стремительно выздоравливать. Она много ела, активно набирала вес и крепла с каждым днем. Ее незаменимой поддержкой стал старый боевой кот по кличке Хэроу, который тоже жил на передержке. Старый котик взял Бинки под свое крыло, постоянно заботясь о ней и показывая, что бояться здесь нечего. Чуть позже у малышки появились другие кошачьи друзья, к ней подселили другую спасенную кошечку Мочи. Крохи сразу сдружились, и маленькая Бинки начала во всем повторять за новой подругой. Эта парочка не расставалась, кошечки любили играть, спать и дурачиться вместе. Сейчас Бинки продолжает свой путь к полному выздоровлению и счастливо жить в окружении заботливых опекунов и верных кошачьих друзей. Желаем этой храброй кошечке, когда придет время, найти любящих хозяев. А вы что думаете об этой истории? Пишите в комментариях, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь. Не забывайте нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые истории спасения и обзоры.